А вам с детьми раньше приходилось вообще работать? Я боялся этого, конечно. Приходилось так или иначе, в любой картине есть какие-то дети. Всегда. Да. Они присутствуют, мешаются, да. Ну, вот, и не знаешь, что с ними делать. И я сразу Ире Третьяковой сказал, нашей второму режиссеру, замечательному, вот, Валер Тодоровский всегда с ней работает. Вот, он ведь он один из продюсеров, да. Сценарий, и соавтор по-моему. Сценария и один, и один из продюсеров. Продюсер, да. Вот. Он с положительной стороны продюсеров. Вот. И Валера вот отдал мне своих людей, которыми он всегда сам работает. Таня Талькова, кастинг-директор, Ира Третьякова, второй режиссер, Володя Гудилин, художник. И я сказал Ире, я вообще не очень понимаю, как мне с ними работать. 30 человек, класс. И я говорю, давай-ка вот ты это взвалишь на свои хрупкие плечи. И она поехала в Пермь, она отсмотрела тысячи детей от 15 до 22 лет, значит, студентов и школьников. В итоге я добрала человек там 120-150, потом подключился я, и мы с ней отобрали уже 30. И в последний день перед съемками я еще кого-то добавил, кого-то заменил на последнем дыхании. И у меня артист, который играет Градусова, например, да, ему тогда было 17, сейчас уже 18, Андрей Прытков. Я его раздавал телефон, он из Перми, пермский школьник. Я раздавал телефоны продюсерам, все хотят его снимать. Может быть, у парня будет будущее. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».